Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимул больше снимать для вас видео. Сегодня у нас Умбанда, это светлая сторона Кимбанды, как через Эшуа, так сказать, Оура, Де Оура, то есть Эшу Золото, по сути, его называют, Эшу Золотой Эшуа. Как быстро, чтобы притянулись деньги, то есть быстро улучшилась жизнь, открылись дороги, то есть восстановилось все, что вам мешает, так сказать, жить и спокойно зарабатывать или, как говорится, деньги получать отовсюду. Что нам понадобится? Естественно, лучше в понедельник, но если срочно нужны деньги, можно в любой день. Чертим желтым мелом, или пемба у вас нету, все-таки грузной, как говорится, каскарии молотой, вот. Чертим желтым мелом, как говорится, желтый, но плохо видно, вот. Желтым мелом данная понта рискада, то есть печать. Нам понадобится желтая или золотистая свеча, ее можно или оливковым маслом смазать, написать свои данные здесь иголкой. Или золотистая свеча, если есть, ну, сейчас в Новый год, в принципе, купить легко их. Вот, или маслом можно также апельсина, если у вас есть. Можете корку выжать просто и промазать хорошенько, прося Эшу золото вам помочь. Также спиртное, ну, рома, если нет, можете с меда добавить, то есть мед. Добавьте ложку меда, перемешайте со спиртным, там, самогоном, еще с чем-то и поставьте. И лавровый лист, вот, простой, но лавровый лист. Все это вы положили, если есть сигаретка, можете сигареткой это все окурить еще. А вот, чтобы вам никто не мешал, вы это ставите, брызгаете, как говорится, спиртным с медом, как говорится, свечу поджигаете и просите Эшу золота, да, его зовут, вот. Эшу золота помочь быстро решить проблемы с деньгами, чтобы решились проблемы в той сфере, где вам нужно, то есть быстро притянуть деньги. То есть быстро притянуть деньги откуда угодно, любыми методами, как говорится, любыми способами, вот. Вы это четко проговорили, четко хотя бы 7 раз назвали, попросили. Потом, естественно, если у вас свечка тонкая, то она пускай догорает до конца. Вот. Спиртное потом относите после, когда свеча догорит. И если сигаретка была, огарок свечи, огарок сигаретки, относите к дереву любому плодовитому. И спиртное, как говорится, с медом выливаете. И лавровый лист там же оставляете. Вот. В течение где-то 3 дней у вас улучшится ситуация. Несложный, простой ритуал. Много раз я хорошо показывал, как говорится. Даже одна клиентка уже достала названивать, что ей нужно понту. Вот я выкладываю, так сказать, понту. Ритуал, как он выглядел, чтобы она знала, как у нее улучшилась позиция, как говорится, и положение денежное. Ну что ж, всем удачи, успех. С вами был Александр Пичуев. Ставьте лайк, комментируйте, репостите. Удачи.